Тамара Плетнева не поняла вопроса Владимира Познера. То есть депутат сказала, что геев надо не наказывать. За что наказывать? Надо лечить. Что геев надо лечить. И тут все, конечно, написали, что Плетнева, депутат, выступила за лечение Володина. Очень это было смешно. Что-то про Чайковского она вспомнила. Я сразу вспомнил по этому поводу анекдот из армянского радио. Да, помните, когда, говорит, в армянском радио спросили, а правда Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом? Ответ: правда, но любим мы его не только за это. Вот. Так что здесь приблизительно такая же фигня была, очень смешная.